В первой серии цикла «Великая Тартария. Только факты» мы убедились в том, что на картах былых времен на просторах Евразии вольно раскинулась загадочная империя. Практически в этих же границах впоследствии появилась Российская империя, а затем и Советский Союз. Также мы отметили, что сохранились источники, в которых можно найти герб и флаг этой державы. В этой серии цикла мы исследуем изображение на флаге подробнее, чтобы понять, почему именно грифон был одним из основных символов Великой Тартарии. Итак, если заглянуть в собрание морских флагов мира, изданное в начале 18 века во Франции, то мы увидим не один флаг Тартарии, а целых два. При этом наряду с тартарскими флагами отдельно представлены и флаги России, и флаги великих моголов. А вот еще одна, теперь голландская таблица начала 18 века, где собраны морские флаги мира. И опять мы находим два флага Тартарии. На императорском флаге, здесь он фигурирует как флаг кайзера Тартарии, изображен дракон, а российские флаги приводятся здесь как флаги Московии. Рассматривая эти таблицы, мы можем сделать три вывода. Во-первых, речь идет об империи, так как один из флагов императорский. Во-вторых, эта империя существовала независимо от государства великих моголов, Московии, России и Чины, современного Китая. И в-третьих, поскольку речь идет о морских флагах, значит, в этой державе было развито мореходство. Те же флаги можно увидеть в изъявлении морских флагов всех государств Вселенная, изданном в Киеве в 1709 году при личном участии Петра I. Получается, что Петр I, лично редактировавший изъявление в 1709 году, это факт канонической истории, признавал на тот момент существование Татарии во главе с цесарем. Еще один источник – книга о флагах голландского картографа Карла Алларда, изданная в Амстердаме в 1705 году и переизданная в Москве в 1709 году. В этой книге мы находим описание цветов. Флаг царя Татарии желтый, с черным лежащим и к наружью смотрящим драконом с василисковым хвостом. Другой татарский флаг – желтый с черной совою, у которой перси желтоваты. А вот английская таблица с тартарскими флагами 1783 года. Но что самое удивительное, обнаружилась таблица с императорским флагом Тартарии, изданная в 1865 году в США. Интересно, что в английской таблице 1783 года первые три российских флага указаны как флаги царя Московии. Следом идет имперский флаг России, потом торговый триколор, следом адмиральский и другие морские флаги России. А перед флагами царя Московии в этой таблице почему-то расположен флаг вице-короля Московии. Этот флаг присутствует все в той же книге Алларда, но он не идентифицирован и считается ошибкой. В 1972 году московский вексиллолог, историк, занимающийся флагами Усачев, предположил, что один из деятелей армянского освободительного движения Исраэль Ори по поручению Петра I направился в Нидерланды, где производил набор офицеров, солдат и мастеров от имени царя, обладая большими полномочиями, что дало основание Алларду назвать его вице-королем Московии. Однако Ори умер в 1711 году, а таблица издана в 1783. Флаг вице-короля располагается перед флагом царя, то есть получается, что он главнее. Флаги же России, в том числе имперский, императорский, приведены после флагов царя Московии. Можно предположить, что кутерьма с флагами Московии и России объясняется политической необходимостью формирования Романовыми новой геральдики. Ведь нас учат, что до Петра I в России толком не было флагов.
Но даже в этом случае флаг какого-то непонятного вице-короля Московии, помещенный на первое место, вызывает вопросы. Но вернемся к империи Тартарии. Кто же все-таки изображен на флагах того времени, грифон или дракон? Посмотрим на изображение этого флага из разных источников 18-19 веков. В таблице приведены следующие издания: Киев 1709, Амстердам 1710, Нюрнберг 1750, Париж 1750, Аугсбург 1760, Англия 1783, Париж 1787, Англия 1794, неизвестное издательство 18 века, США 1865. На некоторых рисунках существо, изображенное на флаге, действительно смотрится как дракон. Но на других рисунках видно, что у существа есть клюв, а драконов с клювом не бывает. Получается, что описавший дракона Аллард ошибся или по чьему-нибудь заказу сознательно исказил информацию. Ведь демонизация врага в общественном мнении, которую в современности мы все видели на примерах Ливии, Ирака, Югославии и Советского Союза, практикуется с незапамятных времен. На гербе Малой Тартарии, по канонической истории это Крымское ханство, изображены три черных грифона на желтом золотом поле. Эта иллюстрация из той же всемирной географии, изданной в Париже в 1676 году, в которой мы нашли герб с изображением совы, дает нам возможность с большой долей вероятности утверждать, что на императорском флаге Тартарии изображен не дракон, а именно грифон или гриф, как его именовали в русских книгах 18-19 веков. Но мог ли гриф быть символом империи, раскинувшейся от Европы до Тихого океана? На этот вопрос нам помогут ответить археологические находки и старые книги. При раскопках скифских курганов на обширных просторах Евразии массово попадаются различные предметы с изображением грифа. При этом такие находки датируются археологами, начиная с 7 века до нашей эры. Это и Тамань, и Крым, и Кубань, и Алтай, и район Амударьи, и Ханты-Мансийский автономный округ. Настоящим шедевром является пектораль 4 века до нашей эры из толстой могилы вблизи Днепропетровска. Образ грифона использовался и в татуировках, что подтверждается археологическими раскопками могильников 5-3 веков до нашей эры на Алтае. В Великом Устюге в 17 веке это сказочное существо рисовали на крышках сундуков. В Новгороде в 11 веке грифа вырезали на деревянных колоннах, примерно в это же время в районе Сургута изображали на медальонах. В Вологде его вырезали на бересте. В районе Тобольска и в Рязани грифы изображали на чашах и браслетах. На странице из сборника 1076 года тоже можно найти нарисованного грифона. Грифонов даже сегодня можно увидеть на стенах и воротах древних русских храмов. Самый яркий пример – Дмитриевский собор 12 века во Владимире. Стены Георгиевского собора в Юрьеве-Польском также содержат изображения грифонов. Есть грифоны и на церкви Покрова на Нерли, а также на воротах храма в Суздале. И в Грузии на храме XI века Самтависи есть изображение грифона. Гриф изображался не только на культовых сооружениях. Этот символ на Руси широко использовался великими князьями и царями в 13-17 веках. Мы можем найти грифов на шлеме великого князя Ярослава Всеволодовича, 13 век. Грифона
мы находим и на входных дверях верхнюю палату Теремного дворца Московского Кремля, 1636 год. Даже на знамени великом стяге Ивана IV Грозного 1560 года есть два грифона. Следует обратить внимание, что Лукиан Яковлев, автор дополнения к третьему отделению «Древности российского государства», изданном в 1865 году, где и приводится знамя с грифом, в предисловии пишет, что «на знаменах делались всегда изображения священного содержания». Иных же изображений, которые мы назовем житейскими, на знаменах не допускалось. После Ивана IV на царских знаменах грифа найти не удается, но на других царских атрибутах он продолжает использоваться вплоть до конца 17 века. Например, на налучии царского саадака грифон держит державу Российского царства. Грифон присутствует и на одном из главных символов царской власти – державе Российского царства, или иначе – державе Мономаха. Получается, что на большей части Тартарии изображения грифона использовались как минимум с 7 века до нашей эры по конец 17 века в Московии, а в Крымском ханстве, по всей видимости, до взятия Крыма, то есть до второй половины 18 века. Таким образом, непрерывный период жизни этого символа на громадной территории Евразии, если руководствоваться канонической хронологией, составляет более 2450 лет. Итак, то, что касается грифона. Тотем очень интересный. Много функций было у грифона. Вот если мы, скажем, даже возьмем этимологию этого слова, первый смысловой ряд, это вот слово, которое от него происходило. Однокоренные слова – это тот, кто защищал гард. Ну, вообще град. То есть у нас град – это уже черномутное слово, да? То есть воин, который защищал ограждение, град. А град у нас произошло от истотного слова гард, ну, асгард, допустим. Так? То вот гридни – это тот, кто входил в состав по первому обережному кругу и защищал гард, град. Так вот, грифон – тотемное животное гридни. Это воинов, поэтому две стихии. Стихия воды в двух, она у нас состояниях. Это вода жидкая как вещество и вода как газообразная. То есть здесь без участия, хотя, допустим, то того же раса, если взять, то это северный у нас тотем был. Поэтому грифон обменяет два состояния воды, это жидкое состояние и крылья, которые говорят, что он еще и воздушное пространство, воздух, так называемую жидкую воду, вот эти две стихии, то есть вода в двух агрегатных состояниях подчинялась вот этому тотемному ряду. Поэтому гридни, как правило, использовали вот грифона для как свой тотем. И во многих гардах, градах, грифон был как раз вот на воротах стоял, ставили, либо перед воротами, как мистическая вот эта вот охрана. Поэтому грифон во многих гардах Тартарии выполнял функцию защиты. При этом выполнял функцию защиты по стихии воды от лунного культа. По древней легенде, грифоны охраняли золото в Репейских горах Гипербореи, в частности, от мифических великанов Аримаспов. Грифоны и по сей день используются в геральдике городов других государств Европы на землях древнего расселения славян. Например, на гербах Мекленбурга, Латвии, Поморского воеводства Польши и других поселениях Северной Германии и побережья Балтики.
А если поискать древнерусское название грифона, то можно найти, что это не только див, но и ног, нагуй, и ног, нагай. Не отсюда ли пошла Ногайская Орда? Если предположить, что название Ногайской Орды произошло не столько от имени военачальника Ногая, сколько от названия птицы Ногай, то есть грифона, под знаменами, с изображением которого воевали тартары, то вместо банды непонятных дикарей-монголов видится воинское подразделение тартарии. А в книге «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи» можно отыскать герб города Керчи, находившегося до второй половины XVIII века в так называемом Крымском ханстве или Малой Тартарии. Грифон, конечно, немного изменился, но основные элементы и цвета сохранены. По всей видимости, власти Российской империи вернули грифа в Крым, так как там уже на тот момент осталось слишком мало тех, кто помнил бы о его историческом прошлом, и возвращение символа не могло ничем угрожать властям. В настоящее время грифон используется на гербе Крыма, на современных гербах Республики Алтай, городов Верхняя Пышма Свердловской области, Мантурово Костромской области, Саянск Иркутской области и ряд других. В пояснении к гербу Керчи 1845 года мы читаем, что в золотом поле черный скакущий грифон – герб некогда процветавшей столицы царей Боспорских Пантикопеи, на месте коей основана Керчь. Боспорское царство, согласно канонической истории, основанное греческими поселенцами, просуществовало в Крыму и на Таманском полуострове с 480 года до нашей эры по IV век. В X веке неизвестно, откуда там появляется Тмутараканское княжество, где властвуют русские князья, которое также загадочно исчезает из летописей в XII веке. Но помимо канонических источников, сохранились и некоторые крамольные свидетельства, например, книга «Славянское царство» Мавро Урбини, изданная в 1601 году. Знаменитая цитата из этой книги звучит так: «Русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы». Мавро Урбини – хорватский историк, был монахом бенедиктинского монастыря на острове Млет, затем аббатом. Урбини не был новатором, просто успел опереться на сочинения тех авторов, которые до нас не дошли. Он включил в свой труд прямые и косвенные цитаты примерно 330 произведений. Более 280 он упоминает сам в предваряющем труд списке. Еще около 50 можно найти в тексте. Труд Урбини через 2 года после выхода в свет попал в индекс запрещенных книг, так как представлял опасность для фальсификаторов того времени. Приведем еще небольшую цитату из «Славянского царства», в которой упоминается одна из многих сотен уничтоженных летописей, которые не легли в прокрустово ложа ортодоксальной истории. Однако греческие писатели, стремясь возвеличить деяния своего народа, пишут, что русы вернулись домой почти с пустыми руками. Еремей Русский в своих аналах, напротив, свидетельствует о том, что русы перебили многих греков и вернулись домой с большой добычей. К нашему исследованию также имеет отношение труд «Древнейшая история славян» 1854 года.
В нем известный историк Егор Классен доказывает, что скифы, сарматы, массагеты, роксолане, славяне, русы, алани, сербы, венеды – все эти названия являются синонимами, и все они относились к единому этносу. Так же, как сейчас пермяки, волжане, сибиряки, марийцы относятся к русскому народу. Тоже можно сказать о гуннах, которых историк XIX века Александр Фомич Вельтман отождествлял с Днепровской Русью. Вот, например, миниатюра 1360 года, иллюстрирующая нападение гуннов. Не наш ли грифон на щите у одного из гуннских воинов? Черный на желтом фоне из-за клинка соседнего бойца выглядывает крыло. Вернемся к Причерноморью. У боспорцев и гиперборейцев особо почитался Аполлон. Отождествляя тавроскифов Рось с русами, стоит вспомнить, что у последних Аполлону соответствовал дождь-бог. Об этом пишет Борис Александрович Рыбаков в своей работе «Язычество древних славян». Дождь-бог, как и Аполлон, летал на грифонах. Как, например, на этом медальоне, найденном при раскопках в Старой Рязани. Вспомним барельеф с грифонами на Дмитриевском соборе во Владимире, который называется «Вознесение Александра Македонского». А вот две фотографии серебряной чаши с тем же сюжетом и названием, на которых Македонский удивляет своей бородой. Вот медальон с подобным изображением, найденный в Крыму, и диадема из Украины. Большинство сцен Вознесения Александра выполнено так, как будто были установлены некие каноны к изображению, расположение рук, жезлы скипетры и тому подобное. Это наводит на мысль, что требования к изображению Македонского предъявлялись такие же, как и обычно предъявляются к изображениям религиозного характера, как к иконам, например. Если учесть, что полеты на грифонах являются атрибутом дождь-бога, можно предположить, что его культ в то время был еще силен, и для устранения конфликта с христианством его изображение переименовали в более безобидного Македонского. Такие подмены прослеживаются и в других областях. Так находятся свидетельства переделки внешнего вида церквей. Официальные источники говорят, что это было связано с необходимостью укрепления зданий, но скрытие фасадов более поздней кладкой могло носить и косметический характер. Например, в самом центре Москвы, в Кремле, на стене Благовещенского собора, есть участок, где при поздней реставрации вскрылась полость. Там можно увидеть капитель колонны, очень похожую на капитель с известной церкви XII века Покрова на Нерли, грифоны с которой приводились в нашем исследовании. Это может говорить о том, что прежний Благовещенский собор был ее современником. Канонической историей постройка Благовещенского собора датируется XV веком, а в XVI веке, по официальной версии, произошла та самая реконструкция, которая скрыла его фасад. Но 15 век – это далеко не 11 и не 13, когда семаргл, грифоны и дождь-бог изображались достаточно широко. Вместе с тем упоминается, что в 15 веке Благовещенский собор строился на месте более раннего храма. Может, и в 15 веке тоже была его реконструкция? А сколько еще церквей скрывают от нас прошлое нашей Родины? Итак, что нам поведал грифон с флага Тартарии? Первое. Гриф, грифон, див, ног, нагай – древнейший, незаимствованный символ на территории Скифии, впоследствии Великой Тартарии. Символ этот, безусловно, мог быть объединительным и сакральным для славянских, тюркских, угорских и иных народов, проживающих на огромной территории от Европы до Тихого океана. Второе. В Московии грифон постепенно вытеснялся из символики обихода, особенно с приходом к власти династии Романовых,
а в Российской империи с началом царствования Петра I фактически был предан забвению. Третье. С образом Грифона тесно связан славянский Дождь-бог, который считается легендарным прародителем русов. Впоследствии, с приходом христианства, этот древний образ стал туманно подменяться личностью Александра Македонского. В следующих выпусках цикла мы продолжим изучать свидетельства и факты, доказывающие, что